Здравствуйте. Мемориальный комплекс «Катынь» – это уникальный мемориал, наша национальная святыня. Значит, в будущем году 80 лет. Да. Так? Так, совершенно верно. Значит, все вылезать от Минска до Хатыни везде, и, начиная от дорог, и все стройки надо закончить к этому времени. Капитальный ремонт мемориала проводился самый первый в 2004 году. В 2019 году обследовали техническое состояние, особенно вот центральная часть мемориала. Ну, стало ясно, что необходимо проводить капитальный ремонт. Началась разработка проектно-сметной документации с выделением очередей строительства. Соответственно, центральная, в первую очередь, кладбище деревень и осевая дорога. Планируется, что в 2022 году приступят к работам. Я имею в виду по второй и третьим очередям. Первую очередь уже приступают. Когда вы закончите? По этой части в октябре 2022 года. Так а как вы будете выполнять мое поручение, чтобы мы к 80-летию в основном все закончили? Музей, к 80-летию 9 месяцев строительства создания нового музея, не меньше, Александр Григорьевич. После разработки, окончания разработки проектно-сметной документации, это если по музею. Значит, 9 мая мне доложите сроки, планы, кто будет работать, эти экспертизы, проекты, сметы до 9 мая, чтобы было доложено, как вы будете вкладываться в этот срок. Я понимаю, что построить мы сможем, но будем аккуратно оснащать его. Сюда приедет туча людей. Как можно было планировать строительство после 80-летия? Мы должны к этому юбилею сделать все. А вы залезли неизвестно куда. И если мы не сделаем к 80-летию, то мы не сделаем и не то, что мой период жизни, так и ваш. Поэтому вот начинать надо немедленно. Что тут за проблема? Нету проблемы. Финансирование мы обеспечим. То есть вы и центральный бюджет. И не надумайте делать под евроремонт. Там должно быть выложено разумно кирпичная кладка, стенка, как сейчас делают, возвращаются модно сейчас. Кирпичная, не надо никакой штукатурки, побелить или покрасить, ну, так, чтобы это было приземленно к этой территории. А так сейчас вы начнете делать с евроремонтами каким-то. А люди зайдут, это будет контраст с той идеей, которая заложена в этой Хатыни изначально. Нам надо ближе к этой территории, к той идее, которая здесь заложена. И немедленно начинайте строить музей. Хорошо. Упростите его до невозможности. Главное, экспозиция, которая там будет. Чтобы люди пришли, прежде чем сюда ступить ногой, чтобы у них сердце уже рвало. Главное, я говорю, это экспозиция. Их сейчас надо создавать. То есть уже можно работать. Размеры залов известны. Вот надо это делать. В Минске делать где-то, а потом сюда перевезти. Прошло время. Надо какую-то такую струйку человеческого чего-то внедрить сюда. И я давно думал об этом. Вот сегодня начинаем реализовывать. Это хороший замысел. Аллея эта. 149 деревьев. Потом возле каждой хаты, ну, надо эту рябинку, надо эту калинку. То, что у нас в деревне. Яблоньку какую-то, где-то груши, где-то три. Допустим, одно дерево, второе, а третье погибший, это отразить. Но это не должно давлеть над всем этим. Ну, вот эти штрихи надо вводить. Тем более, с моей точки зрения, вот такое растущее дерево около вот такого сруба, это не только вот элемент вот оживления. Еще, посмотрите, вот приходит человек, он видит дерево, а жизни нет. А дерево само растет. Да, контраст. И это контраст. Сами вот эти памятники тоже будем приводить в порядок. Да, обязательно. Не только чтобы они были вот такие. Я понял, чтобы сохранилась вот эта такая патина истории. Да. Дух истории. Добрый день. Здравствуйте. А что, вы ничего не посадили еще? Я думал, я приду тут все.
Добрый день, Александр Григорьевич. Ты у нас главный. Да, да? Главный лесник. Да, вот здесь будем. Да. Предлагаем первое дерево посадить около символического сруба. Начать эту акцию. Плодовое дерево, кустарник. Это как это было что? Раньше. Там у нас яблоня и шиповник. Вот это яблоня. А ты держи, как специалист. Ты да, как специалист. Делаем подвязку. Здесь сильно их привязывать к стволу не надо, просто чтобы ну, не что было. Ну, чтобы ровно да. Вертикально рос. Вертикально. То. Ну, расти. Да. И... Плевать. Еще один шиповник посадим, кустик. Ну правильно, сюда не лопаты кустарники сажали. Да. Ну и все, и переходим к закладке памятной аллеи. Условия для посадки идеальны. Отлично. Влаги хватает. Сегодня утром приехали, вода стояла в лунках. За ночь дождик оказался меленький. Накручиваю. Так вот накручиваю до дерева. А, вы накручиваете? Ну да, можно. Давай завязывай. Ну что там ты еще? Хороший, и натягивай. Выравнивай. Там тоже надо было закрутить. Чтобы вот накрутить, не да. Ну хоть немного.